Если вы еще не знаете, я здесь по блату, потому что я встречаюсь с комиком. Каждое утро нос к носу, шутка к закатывающимся глазам. И все мое общество отныне состоит исключительно из комиков, и я никогда не шучу в их компании. Именно вы сегодня поймете почему. Я училась в педшколе, и туда ходили богатые дети богатых родителей. И со мной в классе учился сын басиста из группы «Ария». Так сказать, этот парень был из тех, кто просто любит жить. В 13 лет я поняла, что мне нравятся не только мальчишки, но и девчонки. И в силу начала моего подросткового возраста у меня начали появляться какие-то совершенно недетские желания. И я просила у матери каталоги женского нижнего белья. И я заказывала просто кучу комплектов разных расцветок и форм. У меня было очень много белья, и делала это только для того, чтобы посмотреть на женщин прозрачных бюстгальтеров. Ну ладно, в 13 лет я это делала для того, чтобы, господи, посмотреть на женскую грудь голую. Еще мама разрешала. Я хожу в колледж. Я сейчас учусь в колледже, я хожу в колледж через день, потому что моя мать учила меня не ходить два дня подряд в одном и том же. И аргументировала она это очень интересно. О боже, она верующая, о боже, кто-то может подумать, что ты не ночевала дома. Кстати, я уже полгода не ночую дома, я переехала, и я живу отдельно от родителей. И оказалось, что вещи, которыми ты пользовалась дома, не дублируются при отъезде, и они могут отсутствовать в съемной квартире. В общем, мне понадобилась баночка для масла. Не спрашивайте, почему, я просто очень люблю порядок и масло. И, в общем, я пришла в хозяйственный магазин, подхожу к консультанту, я жую булку, и хлебные крошки из моего рта выносят фразу «Здесь масленица». На что я получила просто гениальное послание. Ох, девушка, это вам магазин для праздника. Моего молодого человека отличные отношения с комедией. Они развиваются в геометрической прогрессии, у них уже прошел конфетно-букетный период. И иногда мне кажется, что лет 70 журнал «Караван историй» возьмет у меня интервью, где на обложке будет цитата, вырванная из контекста. Что-то типа «Саша взял на себя все в тот момент, пока меня не было». А на деле окажется, что просто бабушка продукты привезла, и Саша их взял, пока я на парах была. Жить с комиком — это когда у тебя на утро его список шуток на щеке вчерашний. Кстати, сегодня будет его первый раз. Где-то год назад я играла в КВН, и среди комиков это очень высмеивается, и отличное утро для насмешек надо мной — это внезапное сообщение спустя столько времени. «Привет, а ты не знаешь, какие конкурсы будут в 1-2?» А я вот знаю, не смешнее. Иногда у меня бывают минутки самобичевания, и я начинаю... Ну, а Киев — это довольно относительная вещь, поэтому я начинаю гуглить, кого я хотя бы выше. Вот вы знали, что Владимир Владимирович Путин, у него рост 170 сантиметров? Получается, я выше Путина. Казалось бы, выше Путина только Бог, но нет, я тоже. Спасибо большое.